У мужчин мочеиспускательный канал – это, собственно, двояко функционирующая зона, потому что по мочеиспускательному каналу по уретре выделяется моча, и также может и выделяется сперма. Ну и в связи с тем, что частота выделения одного или другого биологического секрета очень разная, я скажу, что вообще в норме выделения из мочеиспускательного канала у мужчины отсутствуют. И мы пишем статус при осмотре и берем мазок. Это очень неприятная процедура, потому что особенность такова, что эпителий уретры, он адаптирован к солевому раствору, который часто проходит через мочеиспускательный канал. Но мы можем говорить только лишь об одном случае нормы при выделениях у мужчин. Это так называемая авангардная капля.